Привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и другие крутые видосы. И сегодня будет видео про Геншин, но необычное. Сегодня я не буду показывать промокодик или не буду открывать молитвы. Я сегодня буду покупать скин на Кицинушку. Эта малышка выпала мне буквально недавно, но я уже влюбилась в нее по уши. И мне очень нравится, как она себя ведет, ну, в плане, как она сражается и так далее. Поэтому сегодня как раз-таки недавно вышел скин на нее новенький, который я сегодня и приобрету. Ну так, мы заходим в наш магазинчик, вот в магазин. И вот этот скин нас встречает. Вот выглядит достаточно крутой, так еще и по скидочке. Вот мы можем посмотреть. Вот у нас здесь магазин, точнее пополнение кристаллов. То есть он стоит 1350 кристальчик. Вот у меня на счету 1500. В рублях это если вот так вот покупать, то 2790 и будет с запасом. А если я вам посоветую вот так вот покупать, лучше благословение пола и луны. Потому что я вот купила на полгода вперед. И в принципе это так лучше, потому что мы получаем и вот эти гемчики, и примагемчики ежедневно. То есть нас, так сказать, спонсируют уже, ну, у меня 160 дней. И в принципе, можем купить вот этот скинчик. Тут еще был вот этот скин на джин давно, но он стоил дороже, а этот еще и по скидочке, и это достаточно прикольно. Конечно, скин на джин, мне кажется, был более проработан, но, по-моему, на Кицин выглядит тоже очень круто. Я, кстати, уже не очередной раз замечаю то, что вот там нам еще показывали на стриме скин на Нингуан, который в дальнейшем будет. Я уже заметила, что на 4-звездочных персонажей у нас бесплатный скин за ивент, а за на легендарочке скин у нас платный. Ну что, ребяточки, давайте же его вот здесь вот купим. Тут очень красиво выглядит, но я нажму вот здесь купить. Мы вот сюда, вот доступно один, ну понятное дело, в принципе, мы нажимаем купить. Вот, вот такой вот мы можем здесь посмотреть. Выглядит он достаточно красивенько, такое черное платьишко. Прям, вау, у него здесь такие ленточки, прям. Не, ну вот красиво, мне нравятся ее вот эти перчаточки вот здесь. Прям выглядит прикольненько. Вот, кстати, я заметила, что тут написано еще сколько это предложение действительно. У нее такой бантик на шее, но выглядит, по-моему, прикольно. Ее платьишко достаточно милое. So cute. Ну что, ребяточки, давайте же сделаем этот торжественный момент и купим. Вот яркая легкость называется этот скин. Нажимаем купить и вот обмениваем. В первый раз вижу вот такую анимацию, потому что в первый раз вообще покупаю скин. Нажимаем купить и вау, вот эта анимация, блин, круто выглядит. Четырехзвездочный, странно очень выглядит четырехзвездочный, хотя это легендарка, но выглядит круто достаточно. Давайте же попробуем его примерить. В магазине, как мы видели, он уже не продается. Ну, в принципе, логично. Так, ребяточки, давайте же его примерим. Вот куда-то встанем сюда, чтобы было хорошо видно. Вот заходим сюда. Давайте сначала, точнее, запомним ее вот такую. Ну, в общем, вот так вот она выглядит. Симпапулечка, да. Даже, кстати, вот этот рисунок на капронках запомните. Вот и вот здесь. Этот рисуночек, он поменяется, потому что я вот уже заметила. Мы заходим сюда, гардеробчик. И вот этот вот костюм. Нажимаем сменить. Давайте посмотрим, как он здесь в игре смотрится. Вау, это очень красиво. Мне нравится, выглядит как будто бы лебедь какой-то. Ну вот, по-моему, это так и сделано немножечко. Такой синий лебедь, платье ее очень элегантное. Такие вот повязочки на руках, кстати, красивые. Было бы круто, если бы в скинах еще менялась, ну, ее анимация бездействия. Но и так тоже круто. Вот, кстати, я говорила, рисунок на капронках запомните. Вот здесь у нее тут рыбки, так понимаю, нарисованы какие-то. Либо скатики, а здесь непонятно, что здесь луна, тоже какие-то... А, птицы, наверное, потому что яркая легкость, что-то такое. И вот здесь тоже птички. Но выглядит, мне кажется, очень круто, мне нравится. Даже, вау, даже до такой малейшей проработки сделали ей сережки, посмотрите. Прям даже сережки поменяли, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим, как на обычном скине смотрятся сережки. Вот, вот обычный скин. А, сережки, ну, вот такие вот шарики. А вот здесь вот они вот прям вот такие вот красивые, прям. Мне нравится лично. Давайте посмотрим вот более спину. Вау, здесь, ну, глаз бога, кстати, чуть-чуть поменяли дизайн, стал темнее его обводка. С ним вот такая вот, типа, ленточка висит, ну, не совсем ленточка, здесь вот такая вот круто открытая спина, вот такие вот, как они называются, как будто бы горы, вот такие колья. Здесь очень красивенький синий вид. Прям мне очень нравится еще, что тут желтенькое. А, это вот это то, что переходит. Я так понимаю, да, у него везде тут птички нарисованы. Но лично мне, ребятки, прям
ну, очень понравился этот скин, и я им довольна. Я бы его оценила на 10 из 10, не знаю почему, но мне кажется, очень красиво, вот если за него бегать, прям вообще, ну, вот красивенько, мне кажется, прям очень красиво. А вы напишите свое мнение по поводу этого скина в комментариях. Ну что, ребятки, напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат видео, покупать ли еще всякие донаты в Genshin Impact, и напишите свое мнение по поводу этого скина в комментариях. Ну а на этом, к сожалению, видео подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось, но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Пока-пока!